Ну, здесь хуёво, потому что не хватит высоты парашюта открыть, чтобы прям на них приземлиться. Вот это хуёво очень. Да, я могу выше подняться. Ну, а выше не факт, что мы спланируем прям на эту площадку. Так, ну давай опускайся чуть пониже. Каскадерский трюк. Я снимаю, нахуй. Ну, с такой высоты, ну... Не поместит. Ну да, но с такой высоты ноги сломаешь по-любому. Ну, хотя бы ноги. У меня есть машинчик. Ну, еще чуть-чуть, если ниже сможем опуститься, я думаю, нормально. Вот. Ну, все, я думаю. Я думаю, выживешь. Нормально? Ноги сломались. Я в обморок упал. Раш, не опускайся ниже, не надо. Ты жив вообще? Да, жив, но у меня сейчас обморок такой, наверное, минутный. А, нормально, кровь идет. Да выпрыгивай, нормально уже. Да, кровь идет. Ну ладно, выпрыгну. О, нормально, степень. Так. Да, как? Так, слушай, походу это открыт. Пожалуйста. Открыт? Я не знаю, у меня нету менюшки, даже сесть в него. Пиздец. Так, ладно, дальше идем. Лол, у них у всех снаряжение, но не написано, чтобы они были закрыты или открыты. Ну, значит, они закрыты. Ладно. Ну хуй знает. А, сейчас посмотрю. Ты менюшку, может, перевяжешь? У него же кровь не идет, он же сказал. Нет, идет. А, я вот сейчас перевяжусь. Нет, да. Давай-ка я. Я его даже перевязать не могу, у меня походу баг какой-то. Мне перезайти надо будет. Так, ну этот запер, потому что снаряжение нельзя открыть. Так, а этот? Этот тоже закрыт? Ну, все, это последняя надежда, короче. Только как туда забраться? Да, вот здесь лестница. Так. Пилот. Взлетаем. Мидер, садись. Сейчас, поднимусь. Ну, кстати, ну, вот. Он вообще полностью зеленый. Все хорошо. Go next. 1-0 в пользу угонщика. На губу, короче, лети. На губу.